21 августа в 12:49 поступило сообщение о горении дома на улице Новая, города Красавино. К моменту прибытия на место пожарных расчетов огнем были объяты крыльцо и чердак частного одноэтажного дома. Реагирование сил и средств МЧС России было достаточным и своевременным. В результате пожара пострадавших нет, пояснили нам в отделе надзорной деятельности. В тушении пожара принимало участие 3 автоцистерны 102-й пожарной части города Красавино и 1 автоцистерна с города Великий Устюг. На данный момент идет проверка по факту пожара, причина и ущерб устанавливается.